Ирландская рок-звезда Шинейд О'Коннор приняла ислам. Популярная певица пришла к такому решению в 51 год после долгих душевных поисков. И в минувшую пятницу в исламском центре Дублина она произнесла шахаду. Ашхаду алла илаха илляллаху ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулу. Став мусульманкой, Шинейд О'Коннор поменяла имя на Шухада Давид. О счастливом событии в своей жизни певица объявила на своей новой странице в Твиттер. «Я горда тем, что стала мусульманкой. Это логическое завершение пути для любого разумного человека. Все священные писания ведут к исламу, и это значит, что все другие писания не нужны. И у меня будет новое имя – Шухада». Мусульмане Ирландии с большим теплом и радостью приняли сестру Шухаду в свою общину. Имам Дублина Умар Аль-Кадри назвал бывшую певицу искренним человеком, душа которой всегда была связана с Богом. Он пожелал ей обрести мир и спокойствие в исламе. Сегодня в день Джума в исламском центре сестра Шухада засвидетельствовала веру в единого Аллаха и его посланника Мухаммада, мир ему. Мусульмане Ирландии и всего мира очень рады и счастливы за тебя. Добро пожаловать в нашу большую семью. После принятия ислама Шухада опубликовала на своей страничке фотографии в хиджабе и произнесла азан. Шухада попросила не судить ее строго за неправильное произношение. Она обещала повторять эти слова много раз, чтобы научиться говорить азан правильно. Мусульманка признается, что став на истинный путь, она обрела счастье, о котором давно мечтала. Дорогие зрители, благодарим вас за просмотр. Не забудьте поставить лайк, подписаться на наш канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео.